Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPad Pro 11. И сейчас я покажу вам, как поменять дату и время вручную. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». Далее здесь мы выбираем «Основные настройки». И в основных настройках мы выбираем дату и время. Отключаем автоматически. И теперь мы можем, нажав на дату, настроить дату, выбрав любой день, месяц и год. Вот. Но для этого нам нужно настроить iPad до конца, а то он у нас не до конца настроен. В общем, отключаем автоматически, можем настраивать уже дату, месяц, год, день, месяц, год, вернее, и также время. А, время вот здесь вот внизу. Нажимаем, мы можем также настраивать автоматически, не автоматически, точнее, а вручную время. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.